За такие высокие скорости не штрафуют. Все потому, что это скорость интернета. Компания Wimpel.com запустила в эксплуатацию сеть LTE. В Приволжье Чувашия стала первой республикой, где появилась сеть 4G от Билайн. Ее могут воспользоваться жители городов Чебоксары и Новочебоксарск. Что нам показывают? Отличная скорость для 3G модема. Вы можете посмотреть онлайн фильм, либо скачать пару песенок. Это будет очень легко и просто. Ну а теперь, что нам продемонстрирует наш новый друг 4G модем? Воу-воу-воу, друзья, я должен слышать изумленное вау! Пиковая скорость передачи данных в сети 4G достигает 73 мегабит в секунду. Средняя пользовательская скорость от 10 до 40 мегабит в секунду. Важно, что скоростной мобильный интернет Билайн теперь доступен в отдаленных районах, где нет проводного интернета, например, в поселках Альгешево и Сосновка. Подключиться к сети LTE несложно, достаточно приобрести ее сим-карту в любом офисе Билайн в Чебоксарах и Новочебоксарске. Для первых пользователей в салонах действует акция «Модем в подарок». Абоненту в первый месяц пользования предоставляется 100 гигабайт интернета на максимально возможной скорости за 899 рублей, а модем покупатель получает совершенно бесплатно. Акция действует до 31 мая 2014 года. Подробнее об условиях проведения акции на сайте www.beeline.ru.